Минувшие выходные в Ленинско-Кузнецком ФОКе собрались 126 борцов, представляющих 5 регионов Сибирского федерального округа. Всех участников старейшего в Сибири турнира от имени главы городского округа приветствовал заместитель главы Дмитрий Ефлов, который пожелал всем участникам победы и зрелищных поединков. Кстати, о поединке. Его цель – уложить соперника на лопатки с помощью различных приемов. Подножки, подсечки, захваты ног руками запрещены. А еще нельзя наносить сопернику удары и разговаривать. Два периода по 2 минуты. И за эти несколько минут борцы выкладываются в полную силу. Это старейший турнир не только Кузбасса, но и всей Сибири. Проводится в 46-й раз. На нем боролся еще я, ваш покорный слуга. И победа в этом турнире была очень почетна и в наше время, и сейчас этот турнир является один из сильнейших турниров в Сибири. Новосибирец Роман Терехов впервые принимает участие в турнире имени Шилина. Так уж вышло по жребию, что он соперником открыли эти соревнования в весовой категории до 38 килограмм. Сложно первому выходить? Ну, непривычно. Обычно с такой категории я начинаю в конце бороться. А первый раз выходил бороться. Первая встреча. Какие-то сложности были в этом, чтобы выйти вот первым? Ну да, не успел нормально размяться. В итоге у Романа бронзовая медаль турнира имени Шилина в своей весовой категории. Призовых мест много. Победителей определяли в 14 весовых категориях. А это значит, что домой участники увезли 14 кубков победителей, медалей и почетные грамоты. Галина Ильина, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.